Если ты думаешь, я тебя выжгла из сердца души, из клеточек тела, ты ошибаешься. Просто я вышла на время. Я так хотела видеть тебя, держаться за руки и обжигаться глазами, как небом, просто ловить твои стереозвуки, те, что засыпаны мартовским снегом. Если ты думаешь, что я забыла, как рвется из тела сердечная мышца, ты ошибаешься. Это ведь было там же, где небо на землю ложится, в тех простынях, что запутались в пальцах, в тех же домах, где за стенкой соседей громкоголосые два португальца цвета начищенной глянцевой меди мне улыбаются утром в подъезде, словно у нас что-то общее в генах. Даже когда я в далеком отъезде, я под прицелом лучами рентгена. Если ты думаешь, не возвращаюсь, значит, забыла. Нет, это тайм-аут, просто я так от тебя защищаюсь. Больно, когда отправляют в нокаут. Я так хотела любви продолжения, что испугалась ее окончания. В зеркале нашем с тобой отражение и в голове междометий звучание. Я так хотела держать тебя за руку и просыпаться с тобой в светлой комнате, прикосновением будить тебя к завтраку и утопать в глаз твоих омуте. Не пропадай и не верь, если скажут, что я не делаю то, что обещано. Так ведь бывает, что чья-то пропажа — это находка единственной женщины. Так ведь бывает, что чья-то пропажа — это находка единственной женщины.